И у нас, конечно же, в эфире есть общение с нашими корреспондентами из разных регионов Украины. И прямо сейчас есть возможность узнать о ситуации в Донецкой области, собственно, от корреспондента Анастасии Волковой, которая там находится и которая своими глазами видит все происходящее и, собственно, всю эту информацию передает нам с вами. Анастасия, приветствуем в эфире, передаем слово. Добрый день, студия. Ну, мы сейчас находимся в населенном пункте Богородичное. Это 5 километров от Пятигорска. Территория была недавно деоккупирована вооруженными Украины в середине сентября. В Богородичном сегодня не остается ни одного жилого дома, ни одного жителя. Практически полностью отсутствует. Нам вот с трудом удается доносить вам информацию. Сейчас мы находимся, собственно говоря, в самом селе, где до начала полномасштабного вторжения Российской Федерации проживало около 1500 человек. Сегодня, как я уже говорила, нет ни одного жителя. Вот можем видеть остатки пребывания российских военных здесь. Это машина с отметкой Z. Вот сбоку отметка на машине. Россияне хотели на ней, видимо, убежать при отхождении. Это им не удалось сделать, потому что вооруженные силы Украины обстреляли, вот упало дерево. Сегодня машина уже никуда не уедет. Также следы пребывания российских военных, вот, они бросали просто свои вещи, канистры, все, что можно, лишь бы только убежать отсюда, лишь бы только хотя бы на своих двух пешего отсюда уйти. А весь населенный пункт, вот сейчас оператор покажет вам, весь он разбит, все дома разбиты, нет ни одного уцелевшего дома. На самом деле находиться здесь крайне не очень приятно, потому что ты понимаешь, что все разбито. Дальше я увидела следы там пребывания российских военных, их бушлаты военные, их форму военную, есть тухпаи. И ты понимаешь, что здесь было очень много российских военнослужащих в свое время, что вот это все сделали они. Вот все буквально. Все разбито. И это вот так они приходят освобождать украинскую землю, украинскую территорию, видимо, освобождать от жизни. Мы подготовили небольшой материал из Богородичного, который покажем вам уже в скором времени. Также хочу отметить, что мы побывали в Светогорске, который 5 километров отсюда город, где проживает сегодня 560 жителей. Там нет ни света, ни воды, ни газа. Есть перебои с коммуникациями, но уже начала работать Укрпочта, уже начали там выдавать пенсии, социальные выплаты, уже привозят волонтеры гуманитарную помощь. И что примечательно, мы увидели, как военнослужащие вооруженных сил Украины просто-таки отдают свою еду жителям, чтобы они не голодали, потому что ни аптеки, ни магазина в городе нет. Но и, в принципе, даже когда магазин какой-либо откроется, мы понимаем, что за что людям покупать эту еду? Денег-то нет, и производства там никакого уже тоже нет. Раньше город был курортным, туда приезжали люди, отдыхали, но сегодня он практически весь разбитый. Люди переживают, как они будут зимовать, и просят волонтера привезти к зиме теплую одежду и буржуйки. Я предлагаю посмотреть материал из Богородичного, который мы сделали вот буквально несколько часов назад, и предлагаю посмотреть, что же здесь происходит подробнее, студия. Раз, через 100 метров два и буквально через 200 метров три. Такие остатки от реактивных систем залпового огня можно увидеть на трассе до Светогорска. Буквально вся дорога усеяна вот такими остатками это боеприпасов. В прошлом году эту дорогу в рамках президентского проекта «Большое строительство» отремонтировали. Сегодня из-за боевых действий трасса снова нуждается в ремонте. А это последствия авианалета. Вот трассу буквально-таки разворотило, и сейчас людям нужно объезжать по грунтовой дороге, чтобы попасть к населенному пункту Богородичное. Здесь раньше было фермерское хозяйство, но с приходом российских оккупантов они освободили фермера от того, что он имел. Вот полностью разбитые здания,
Сейчас здесь больше ничего нет. Дмитрий – военнослужащий Нацгвардии. Он участвовал в освобождении Богородичного. Мужчина видел, какое было село до оккупации. До полномасштабного вторжения Российской Федерации там проживало около 1500 человек. Теперь практически все население выехало. Оставался под час оккупации один. Оставался во время оккупации один дедок, которому 60 с чем-то лет. И почему он там оставался? Потому что у него старенькая мать, которая не могла никуда пойти. Это те двое людей, которые были там во время оккупации. Сейчас я не знаю, наверное, их куда-то отвезли. Отсюда до Светогорска по прямой 5 километров, но доехать невозможно. Взорван мост. На окраинах села слышны боевые действия. Так сегодня выглядит населенный пункт Богородичная возле Светогорска в Донецкой области. Буквально все дома разбиты. Мы прошли по всем улицам населенного пункта и не встретили ни одного жителя. Нам удалось найти человека, который проживал в Богородичном до оккупации. Иван сейчас находится в Светогорске. Мы встретились с ним возле отделения Укрпочты, где мужчина получил свою пенсию за 2 месяца. Иван рассказал, что осталось от его дома и где он живет сейчас. Фундамент разбитый. Под фундамент дом разбитый. Нет дома вообще. 27 мая я пришел из Богородичного в Лавру. И вот по сегодняшний день я в Лавре. Пенсионер преодолел 5 километров пешком, чтобы выбраться из своего села. В Лавре нас кормят. Да? В Лавре нас кормят, дали жилье. Каждый день кормят. Дрова рублю, полевая кухня, готовят нам кушать в Лавре. Приняли нас. Там больше 100 человек нас, беженцев. Там много из села, человек 50, не меньше. Из Богородичного, Татьяновки, Яровой, близлежащих сел. Активные бои в селе Богородичное проходили весной и летом. Во время наступления на Светогорск оно было оккупировано российской армией. 11 сентября село освободили во время наступления украинских военных. Из Донецкой области Анастасия Волкова, Артем Воронин для телеканала Freedom.